Может, это просто мое воображение, но я чувствую что-то вроде страха, исходящего от этой фотографии. Я ни о чем таком не думал, когда делал снимок, но сейчас у меня от этого возникает действительно жутковатое чувство. Может быть, это мои нервы шутят со мной шутки, но у меня жутковатое ощущение от этой фотографии. Может, это мое воображение, но у меня возникает тоже странное чувство, когда я смотрю и на эту фотографию тоже. Алин? Неужели Айлин выжила? На улице уже потемнело. Тут у нас какие-то новые записки, но давайте первым делом сначала сохранимся. Часы остановились. Сколько же прошло времени с тех пор, как эта квартира сошла с ума и появилась дыра? Итак, в прошлой серии я забыл поднять один предмет. Это спрей от насекомых. Этот спрей валялся в комнате, где жил пьяница. Ну, я быстренько исправил свою ошибку, отгрузил предыдущий сейф и прошел то самое место заново. И вот этот спрей от насекомых перед вами. Давайте его возьмем. Так, выложим мечи. И что нам еще может пригодиться? Пока, наверное, больше ничего. Что это такое? Что это? Мне дал эту фотографию управляющий, но тут нет ничего интересного. Это South Ashwell Heights. Что-то безумное происходит со всем домом. Так, это мы уже читали. Вода есть, но мне нечего мыть. Огонь не зажигается. So they took the victim to St. Jerome's, huh? Yeah, she's not gonna make it. She had numbers in her back, too. Walter Sullivan copycat. Round three, huh? Well, they never got the scumbag behind round two a few years back. Maybe it's the same guy. What if one, two, and three? What if they're all the same guy? What the hell are you talking about? You know Sullivan killed himself. The weird thing is, there were no clues. Crime scenes were always spotless. No fingerprints, no fibers, nothing. Just the numbers, 20121. I've been a cop for a long time, but I never seen a case like this one. It's almost like they were killed by a ghost or something. Окровавленный кролик Робби. Он показывает на меня, как будто бы говоря, ты следующий. Я не думаю, что могу защитить себя. Он действительно безумен. Я больше не могу. Его сила неизмерима. Сегодня я был так напуган, что заблокировал стену кладовки. Интересно, в порядке ли Айлин Гелвин? Она представления не имеет о том, что происходит. Но она, тем не менее, в опасности. 13 июля. Здесь застрял какой-то странный кусок бумаги. Талисман Суккуба. Карта с изображением какого-то страшного демона.
Эти туфли, они правда мои? Хм. Похоже, нашему Генри совсем начало отшибать память. Итак, на стене мы видим 19 следов, но 20-й след руки... Он как бы есть, но он очень-очень бледный. Хм. Дыра заблокирована. Эй, как же так? Итак, в последней записке что-то говорилось про кладовку. Это какое-то пятно. Если подумать, она еще похожа на злобного демона. Так, у нас как раз есть карточка с изображением злобного демона. Что за черт? После того, как он совершил ритуал святого Успения, другие миры начали проникать в его мир, и он начал с ужасной скоростью разрастаться. Но его вселенная не такая, как наша, у нее есть пределы. И в пределах этой вселенной он правит как король, а в самой глубине его королевства – его мать. И здесь у нас 4 знака. Хаос, искушение, да. Они соответствуют тем самым плиткам, которые мы находили на месте 4 убийств. Искушение, бдительность, нет, источник, перевод немножко неточный, и хаос. И к нашим услугам новая дыра, которая выглядит, по-моему, еще мрачнее, чем предыдущая. Дыра. Куда она приведет теперь? Алин, в порядке ли она? Что, черт возьми, делал этот парень? И похоже, что мы попали... Ух! Спрей! Очень эффективен против этих летающих тварей. Струя дихлофоса. Бежать, насекомые. Так, все. Тихо. Давайте немножко осмотримся. Приемный покой.
Да уж, ничего себе покой. Похоже, мы начали как раз с этого приемного покоя. Замок сломан. Да, выбраться отсюда не представляется никакой возможности. Ну что ж, пойдемте. Что это за чудовище? И почему оно издает такие хрюкающие звуки? Или рыгающие, или хрюкающие. Хрена себе она здоровая. Операционный стол, здесь что-то накрытое окровавленным покрывалом. Я даже представлять себе не хочу, что под ним. Это так, на всякий случай. Это окровавленный операционный стол. Этот парень, что он ради всего святого тут делает? Там какой-то странный человекоподобный предмет. Похоже на какое-то расчлененное тело. Упакованное в полиэтилен, как любил делать Декстер. Так, там у нас еще одна муха летает. А здесь тоже закрыто. Давайте. Пойдем по кругу. Здесь всякие медицинские штуки, но я не знаю, что с ними делать. Блин, вроде больница, а птичек не видно на горизонте. Это нож для резки бумаги. Да уж. Как мне кажется, это абсолютно бесполезное оружие. Единственный его плюс, наверное, это то, что оно очень быстрое. Убить кого-то им, я не знаю. Если только очень сильно постараться. Да, есть шанс, что Элин все еще жива. Это записка медсестры. Я потеряла ключ от палаты Айлин Гелвин. Ее привезли с серьезными ранениями. Может, я оставила его в одной из других палат? Я очень надеюсь, что нет. Куча медицинских приспособлений и вещиц. Так. Что это за записка? Айлин Гелвин. Айлин Гелвин. Айлин Гелвин, Айлин Гелвин. Айлин Гелвин, Айлин Гелвин. Да. Очень странная записка. Итак, мы прошли через офис и регистратуру. О, очередная дыра. Ну, давайте пока повременим с ней.
Что здесь делает женская сумочка? Наверное, это сумка Айлин. Сумочка Айлин. Похоже, ей можно нанести небольшие повреждения. Ну-ка сюда. Маленькая тварь. Что это? Им вообще попасть можно? Так, ладно. Да. Я думаю, так будет лучше. О, а вот и аптечка. Это медицинская карта ребенка. Ребенка? Портативная аптечка. Больше Генри ничего не читает. Так, мы обследовали практически все, осталось всего 3 двери. Эта дверь у нас ведет на второй этаж. Это лифт, но то ли двери, то ли кнопка сломаны, и он не реагирует. Упс. Так, дамы, подождите. Думаю, что дихлофос — это плохая идея. Я даже не знаю, попробую топором. Я не могу над этим звуком. Тут встаньте. Вы что? Дамы, дамы. Да вы что творите? Что за беспредел? Лежи. Да уж, вот это ляжка. Офигеть. Такое ощущение, что у них бесконечная выносливость. За полиэтиленом видны какие-то конечности. Ампула. Значительно восстанавливает здоровье. Продолжает восстанавливать его некоторое время. Очень полезная вещь. Да, потрепали они меня не слабо. У нас что? Это койка с колесами. Наверное, на ней возят пациентов. Интересно, там ли Айлин? Там ли это где? Лампа сломана и лежит на кабеле. О, напиток. Ну что ж, с первым этажом мы закончили. Я думаю, что перед тем, как посещать второй этаж, я думаю, нужно все-таки сбегать в квартиру. Фотографии маленького меня, когда я окончил, ничего интересного. Давайте выложим перочинный нож, дихлофос, так, пистолет, я думаю, можно, наверное, пока оставить. Так, хотя нет, я думаю, пистолет тоже выложим. Аптечку, ампулу. Оставим только самое необходимое, сумочку, куклу и топор. Ну что ж, отправляемся на второй этаж больницы, если можно ее так назвать. О, черт. Меня хотят убить кресло-каталки. О, дама.
Да она на голову выше меня. Правда, на голову это не очень похоже. Это стерильная палата. Лифт, наверное, на другом этаже. Мне нужно нажать кнопку справа, чтобы... Давай, нажимай. Пока эти коляски меня не раздавили. Ух! А вот и пассажир. Все сломано, кроме кнопки открытия и закрытия дверей. Пропустим эти коляски. Рентгеновские снимки на полу, Айлин. К доске прилеплена куча рентгеновских снимков. Это рентгеновские снимки Айлин. Что не так с этой тенью? О! Пули для револьвера. Крупнокалиберные пули для револьвера Ричарда весьма мощные. Такое ощущение, что как будто бы на коляске кто-то сидит. По крайней мере, тень явно отбрасывает. Ну, не знаю. Эти длинные штуки, что это за чертовщина? Какая-то пуповина? Да, действительно, очень похоже на пуповину. А вот эти, по-моему, вот как раз коробки, это для сохранения детей. То есть, когда ребенок недоношенный рождается, по-моему, как раз вот бэби-боксы, нет, не бэби-боксы, как же они называются, неважно. Ну, в общем, там лежат маленькие новорожденные детишки. Это ключ. Ключ от палаты госпиталя. Ключ, найденный в госпитале. Вероятно, это ключ от палаты Айлин. Здесь забавная, типа, загадка. Заперто, что делать? Нужно просто применить ключ. Очень сложная загадка. Так, давайте посмотрим. Карта здесь тоже очень запутанная. Слушайте, дамы, ну вас нахрен. Так, насколько я помню, в той палате вообще ничего нет, это просто ловушка. Из-за разбитого стекла исходит кошмарный запах. Я вижу кого-то на другой стороне сетки, но он не двигается. Это труп. Похоже на какие-то вентиляционные отверстия. И, возможно, да, там действительно труп. А. Это клюшка для гольфа. Похоже, это Iron 4. Кто-то разбил клюшкой стекло. Может поставить клюшку, помахать. Питательный напиток. Койка выглядит так, будто ее кто-то ломал. Видать, плохо лечили. Офигеть, вот это палаты. Эта стена, наверное, для предотвращения самоубийств. Ага, и крюки кругом. Этот ужасный запах. Что за этой тканью? Ну, судя по форме, это человек, которого распяли.
Охренеть. Тут жуть. Она еще и следит за мной. Звуки-то какие. Айлин, ты ли это? Это, наверное, одна из самых криповых сцен вообще в Silent Hill. Такой заходишь, как ни в чем, в палату, ничего не видно, и тут такой бабах. Фу, ну нахрен. Это мертвое человеческое тело. Вам не кажется, что это тело напоминает самого Генри? Ну реально, очень похоже. Оу, зацепило все-таки. Не похоже, что я могу пройти дальше. Один напиток. Это стерильная палата. Которая из них стерильная? Да уж, действительно. Похоже на опять на какой-то шланг, который очень похож на пуповину. А это отверстие очень похоже, ну вы сами знаете на что. Как раз пуповина обрезана после рождения. Ну явный символизм. Высушенные цветы. О, священная свеча. Особая свеча эффективна против духов. Начинает действовать после того, как ее зажигают и ставят. Окей. Где-то эту страшилку мы уже видели. Эти кресла явно хотят меня прокатить. Святой медальон. Так, ну что ж, давайте оденем. Из окна исходит приятный мягкий дневной свет. Время идет здесь по-другому, или это вроде света с небес? Кто-то распял койку. Офигеть. Оу. Ну и липкий же здесь пол. Я не могу нести больше. Ну ладно, давайте съедим пузырек тогда. Пули для пистолета. Черт, я уже перегружен, нужно идти сдаваться. Да куда? Так, стоять. Еще пуля. Это какая-то кожа, пахнет так кошмарно. К ней что-то прилипло. Тут где-то в середине кожи все еще крепится кусок мяса с внутренней стороны. Генри, зачем ты это описываешь? Тут всякие лекарства, но я не знаю какие. Да тут какой-то кусок мяса с кожи и... Да, еще и шприцы натыканы. Кто-то, похоже, пытался сделать ежика, наверное. Так, ладно. Патроны мы пока оставим, надо запомнить, где они были. Где-то посередине. Если будет время, я сюда еще вернусь.
крышку до конца. Так, а что здесь вообще? Оно промокло от дождя. Да уж. В палате идет дождь. Очень удивительно. Сколько здесь этих колясок? Что за черт? Я вижу ноги, свисающие из-под ткани. И все. Ладно. Так, осталось всего лишь две палаты. О! Использовал ключ. О, как раз, кстати, у нас освободилось место, можно сбегать забрать патроны. Пока я не забыл, где это было. Eileen, relax. Getting killed. All these weird other worlds. And I saw you get attacked too. What are you talking about? I'm supposed to believe that? But it's true. And there was a kid with you. Killed here, then you die in the real world too. Anyway, the only way out of here is through that hole. Okay. Okay, take me with you. Если ты умрешь здесь, ты умрешь в реальном мире. Все это чем-то похоже на фильм «Кошмар на улице Вязов», если вы помните. Здесь скальпель, ножницы и другие хирургические инструменты. Что они тут делают? Генри, ну это же больница, что они тут делают? Странный вопрос. То есть тебя не удивляло, что тут делают различные куски мяса, какие-то распятые люди, но тебя удивило. Бежим нахер. Так, Айлин, бери сумку, будешь защищаться. Блин, дамы. Эльнин, помогай! Черт, эта хрень сломалась! Да поставь ты топор! Мать твою! Как же не вовремя все! Эльнин, может, ты мне поможешь? Что, дышит, что ли, там? Да уж.
это женщины. Ладно, выпьем бутылочку. Еще одну. Так, по-моему, нам еще осталось обследовать одну дверь. О, господи, воняет кошмарно. Что это за чертовщина? Так, здесь что, больше ничего нет? This is a nightmare. Can't be happening. Да уж, это действительно кошмар. Да, здесь, похоже, ничего и нет. Ну что ж, Алин, валим отсюда. Да, теперь у нас появилась кое-какая проблема. Хотя эта проблема иногда может нам помочь. Но все-таки она будет нам больше мешать. Ё-моё. Опять это рыгающее создание. Посмотрите только на ее живот. Алин, ты где там? Да, с этой сумочкой, конечно. Надо тебе что-то более достойное найти. Молодец. О, кажется, мы вызвали лифт, и теперь нам открылась здесь дверь. Заперто. Да уж, перемолотые люди в механизме лифта. Так, где у нас дыра-то была?